Еще одно ЧП на очистных сооружениях. Об экстренной ситуации возвестил сигнал сирены. Утечка хлора стала причиной выезда спасательной бригады. Бригады скорой помощи и МЧС прибыли в считанные минуты. Произошла утечка хлора. Опасность заражения может грозить всему району. Специалисты станции действуют слаженно. Несмотря на то, что это лишь учение, тренировка никогда не бывает лишней. На разведку обстановки после эвакуации персонала отправляются спасатели. Аварийную спасательную бригаду вызывают. Аварийно-спасательная бригада экипируется в костюмы в аварийные, аварийно-спасательные. И затем они бегут в хлораторную, где произошла авария. И там, значит, они включают водяную завесу, дренчерную установку. Переносные водяные завесы включают. И затем берут контейнер, который у нас там, где произошел разрыв контейнера, и транспортируют его в дегазационный приямок. На сегодня в рамках командно-штабных учений города отрабатывалась вводная противоаварийная тренировка, ликвидация аварийной ситуации, связанной с выливом жидкого хлора на опасном производственном объекте. Отработали специальные подразделения. Это бригада оказания первой медицинской помощи, это звено охраны порядка. То есть все эти моменты отрабатываются регулярно. Чтобы полностью локализовать утечку хлора, потребовалось 15 минут. Оценка специалистам – отлично. Учения показали, что на очистных готовы к любым аварийным ситуациям.